Приветствую, уважаемые друзья! 19 января 2022 года, Водохрещение. В этот праздничный день мы пришли на Припять в городе Чернобыля для того, чтобы посмотреть на реку. И здесь вот увидели нашего нового друга. Сейчас мы его подкормим. Сейчас дам тебе хлебушка. На, оп! Ну вот. А то некоторые собаки здесь до такой степени уже наелись, объелись, что даже хлеб не признают и не кушают. А ты молодец. Так, река Припять. Вот такое вот зарево. Сейчас мы подойдем к месту, где традиционно купаются в этот день Водохрещения сотрудники, работники зоны отчуждения. Ну пойдем, Ушан. Все, нету кушать. Пойдем, тебе проведешь ты меня. Пойдем. Пойдем? Давай, пойдем потихоньку, пойдем. Давай, веди меня, где купается народ.